Что такое счастье? Это опять я виновата? Моя бабушка говорит, счастье — это когда ты знаешь, что будет завтра. Тихо, эй, без дедик. Паники, никто ты не живой? Пострадал. Я знал, что будет мы завтра. Мы снимаем кино. А значит, был счастливым человеком. Что делать ты предлагаешь? В парке в кусты. Может, еще под деревом закопаем? Для надежности не помешает. Да, ну! Парень, ты скажи хоть что-нибудь, а? Нет! Пас, Лэм, пас! Да потому что мне валить надо, мне с тобой страшно в одном городе находиться! Если бабушка узнает, что из-за меня кольцо пропало... А ты не говори. Она же тебе телепат. Десятая свадьба. Фарид, я знаю, как ее найти, правда? У меня теперь все другое. Жизнь другая, и я другая. Коля! Я даже рад, что этой свадьбы не будет, да? Да я счастлив, да! Фарид, я влюбился. Догоняй его! Я режиссер, это наш оператор, а это наш бесстрашный каскадер. А как фильм называется? Из Уфы с любовью. И когда можно будет посмотреть? Следите за рекламой. Прикольно. Попробуй только выложи. Только в YouTube. Я тебе сказала, не выкладывай никуда. Связь уголка. Ярар, хуш. Love is here.